Челябинской области после падения метеорита у мальчика 5 лет открылись экстрасенсорные способности? Ого! Думаешь, правда может быть такое? Конечно, может. В жизни не такое случается. Ну, не знаю, как-то странно все это. Ну, почему же странно? На нашем факультете тоже случилось чудо. Волкова Мария, студентка первого курса, неожиданно запела. Да так хорошо. Ничего себе, пойдемте посмотрим. Просто растворяя каждый рассвет эти мысли.